Друзья, всем привет! Я вас очень рад видеть на своем канале. Сегодня вечером будем проводить обработку персика и нектарина от гнили. Сейчас я вам покажу, в какую фазу некоторые сорта мы будем проводить. Смотрите, не переключайтесь. Так, уже вечер, уже около 9 часов. Тихо, спокойно. Сейчас будем проводить обработку. Так. Будем проводить обработку по средним сортам и поздним сортам. Ну и, может быть, посмотрим некоторые средне-ранние сорта. Вот в такой фазе будем проводить обработку по нектарину Донат. Вот так вот он выглядит сейчас. Он еще зеленый, как дубок. То есть, вот так вот. Потому что если не провести обработку, ну реально, можно большую часть урожая потерять, а возможно и весь урожай потерять. В том году отец не обрабатывал этот сорт, то он его и не попробовал. Так, сейчас подойдем к другому сорту. Так, это у нас нектарин Red June. Он тоже может подгнивать, если не сделать обработку. Тут вот тоже плоды висят, вот можно видеть, в каком они состоянии. Темно уже, конечно, сливается все. Ну, короче, они еще зеленые. Также вот нектарин, ему еще недели две, а то может и три, это нектарин Харбоис. Он тоже может подгнивать. Тут тоже нужно провести обработку по-любому от гнили. Вот такой вот имеет вид он сейчас. Это Харбоис. Тоже загрузка тут, в принципе, неплохая. Нектарин есть, но что-то дерево развивается не очень. Какие-то листья у него такие, как перед смертью. Может, что-то подъело, не знаю. Если сравнить рядышком, вот лист зеленый, а тут такой желтоватый. Ну, сейчас по другим пробежимся сортам. Это краснолистный сорт нектарина Медвежский 2. Вот такое состояние. Тоже будем проходить препаратом от гнили. Так, что тут еще? Так, это нектарин у нас. Это Big Top. А ну где он тут спрятался? Его тут мало в этом году. Мороза его чуть-чуть подхренячил. То есть плоды есть, но не так прям обильно загружен. Это Big Top. Тоже его будем работать от гнили. А это нектарин Каладзи 2000. Тоже ему еще, наверное, недельки две, может быть три. Вот плоды есть, тоже будем проводить обработку по нему. От персик Royal Majestic. Тоже он еще зеленый, тоже по нему пройдемся, пробежимся. Так, вот рядом сорт нектарина Консетина. Он тоже нуждается в обязательной обработке от гнили, потому что может, елки-палки, темно уже не видно, потому что тоже может подгнивать. То есть его тоже будем обрабатывать препаратом. Так, ну и все другие остальные сорта уже темнеет. Буду сейчас показывать, чем я буду работать, потому что я буду потемну работать. Так, короче, смотрим. Вот препарат Switch зарекомендовал себя не один год и по яблоне, и по персику, то есть перед хранением или перед срывом, то есть чтоб не гнили плоды. Разводится препарат, тут у нас 10 грамм. Разводится препарат на 10 литров воды и проводится обработка тщательно по плодам, ну и по листве. Где резкость? Вот его характеристики. Короче говоря, будем сейчас разводить и работать, чтобы уберечь свой урожай, не такой уж большой в этом году из-за плохой погоды, побило много морозом, но какой-никакой урожай есть, надо его спасать, потому что будет все гнить. Это уже не один год замечено. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.